граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. От бескрайней равнины сибирской до полесских лесов и болот поднимался народ богатырский, наш великий советский народ. Выходил он свободный и правый, отвечая войной на войну, постоять за родную державу, за могучую нашу страну. 41 июль. Вот и месяц борьбы всенародной. Даже пылью времен затянуть эту дату нельзя. Поднималась страна, и на фронт уходила поротно. Кумачевые звезды на полотнах знамен унося. 42-й. На Ленинград. Обхватом с трех сторон. Шел Гитлер силой 40 дивизий. Бомбил, он артиллерию приблизил. Но не поколебал ни на микрон. Не приостановил ни на мгновение. Он сердце ленинградского биения. И видя это, разъяренный враг, предполагавший город взять набега, казалось бы, выданный стратегом, призвал на помощь он мороз и мрак. И те пришли, готовые к победе. А третий, голос, шел за ними следом. 43-й. Второй степи под Перекопом, где мы ломали рубежи, где были длинные окопы, рвы, заграждения, блиндажи. Там, на пустынных перекрестках, чтоб их заполнила страна, на звездах, на фанерных досках мы написали имена. 44-й. Еще война, но мы упрямо верим, что будет здесь, мы выпьем боль до дна. Широкий мир нам вновь откроет двери. С рассветом новым станет тишина. 45-й. Еще стояла тьма немая, в тумане плакала трава. 9-й день большого мая уже вступал в свои права. По всей стране, от края и до края, нет города такого, нет села, куда бы ни пришла победа в мае великого 9-го числа. В парке у Мамаева кургана посадила яблоню вдова, прикрепила к яблоне дощечку, на дощечке вывела слова. Муж мой был на фронте лейтенантом, он погиб в 42-м году. Где его могила, я не знаю. Так сюда, поплакать я приду. Посадила девушка березу. Своего не знала я отца. Знаю только, что он был матросом. Знаю, что сражался до конца. Посадила девушка рябину. В госпитале умер он от ран. Но свою любовь я не забыла. Потому хожу я на курган. Пусть годами надписи сотрутся. Их никто не сможет прочитать. Будет в солнце дерево тянуться, и весной птицы прилетать. И стоят деревья, как солдаты, и в буран стоят они, и в зной. Не те, погибшие когда-то, оживают каждую весной. Все в мире сущие народы, благословите светлый час. Отгрохотали эти годы, что на земле достигли нас. Еще теплы стволы орудий, и кровь не всю впитал песок. Но мир настал. Вдохните, люди, переступив войны порог. Говорит Москва. 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.
перед памятью павших в годы Великой Отечественной войны, перед памятью тех, кто остался навечно молодыми, перед памятью ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня, объявляется минута молчания. Дарин, жай! Залпом, лишь! Дарин, жай! Залпом, лишь! Дарин, жай! Залпом, лишь! Дарин, мень!